Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами посетим магазин Сенсей. Адрес: город Минск, Владислава Голубка 2, торговый центр Бонус. В данном видеообзоре мы с вами пройдемся по одежде, затронем не только женские и детские, но а также еще и немного мужского. Поверьте, цены на некоторые вещи вас очень сильно порадуют. Я, если честно, сама даже в шоке. Если вам интересно, то обязательно досматривайте видео до конца. Всем желаю приятного просмотра. Начинаем наш видеообзор со стенда распродажи. Первое, что я тут обнаружила, вот такие оверсайзные футболки, всего лишь по 9,99. Расцветка представлена такая салатовая, желтая, и есть еще розовый цвет. Летние джинсовые шортики можно приобрести за 20,99. Легкая комфортная платьюшка с рукавами-фонариками стоит 15,99. Вот такой сарафанчик в болотном цвете 32,99. Сарафанчик под джинсовую ткань с короткими рукавами. Имеется пару кармашков. Также у нас на талии имеется небольшая завязочка. Цена 25,99. Вот такой летний вариант платьюшка стоит 15,99. Итак, дорогие девчонки, берите на заметку. Магазин Сенсей, я обнаружил просто классные цены на джинсовые шортики. Посмотрите, 25,99. Вот такой вариант тоже 25,99. Снизу у нас идут такие необработанные швы. Везде потертости. Смотрится очень даже стильно. Далее вот такой вариант уже 39,99. Кстати, вот здесь идет такой двойной ремешочек. Еще Сенсей можно приобрести разноцветные шортики, например, вот такие белые. Цена на них 32,99. Ткань очень плотная, даже, кстати, это такие шортики юбка. Очень популярный вариант. И есть вот такие розовые шортики, цена их 23,99. Следующая очень бюджетная футболочка 9,99. За такую же цену можно приобрести еще вот такой белый вариант с котиком. Рассмотрим еще пару вариантов штанишек. Вот такой клетчатый вариант 59,99. Болотный вариант 43,99. 45,99. Фиолетовые 45,99. Вот такие стоят 39,99. Укороченная моделька. Синий из очень такой плотной ткани. Цена 43,99. Тоже на штанишках имеется потертости. Сама моделька идет раскрешенного варианта. Итак, вот такие беленькие шортики, цена 32,99, это очень-очень бюджетно, хочу вам сказать. А вот такие еще есть за 32,99, и светленькие тоже 32,99. Еще обратите ваше внимание, что в магазине Сенсей можно супер-мега выгодно приобрести вот такие джинсовочки, цена 59,99, это очень-очень бюджетно. Женская маечка на бретельках 6 рублей 49 копеек. Спортивный топ без чашечек 25,99. Вот такой вариант черного топа. У нас идет здесь спереди сборочка. Ткань очень-очень приятная. 15,99. За 12,99 представлена вот такая моделька женских велосипедов. Кстати, ткань очень такая плотная, она не просвечивается. За такую цену прям очень даже супер. Еще здесь представлены вот такие черные велосипедки, но ткань такая идет как под атлас, такая, которая тянется. Кстати, сзади еще и сборочка на попе. Будет очень хорошо корректировать фигуру. 15,99. Еще посмотрите, что я здесь обнаружила. Вот такой потрясающий женский топ из кружева. Цена всего лишь 7,99. Спереди по бокам вставлены у нас косточки. Ну, прям вообще очень классная находка.
сейчас я очень сильно удивилась, потому что выставили осенний ассортимент, скорее всего, это сейчас все пойдет на распродажу. Например, вот такая курточка, цена 49,99. Такая прям оверсайзная модель. Это сейчас вот я показываю 42 размер. Есть еще представлена в таком ярко насыщенном синем цвете. На камере он просто нереально смотрится. Так, вот такая обычная курточка. Даже такая удлиненный вариант подтишка. Цена 32,99. Черный бомбер, цена 32,99. Но бомбер, кстати, даже, я бы сказала, очень утепленный. Прям такой действительно очень хорошенький. Еще появились вот такие кожанки 77,99, но я бы сказала, что фасон не ахти. Плотная рубашка 73,99. Удлиненный пиджак 32,99. Вот это, кстати, вообще прям находка. Но пиджачок прям тонюсенький. И вот такое демисезонное пальто можно приобрести всего лишь за 45,99. Расцветка такой, я бы сказала, немного оливковый цвет. И есть еще пудра, тоже 45,99. Пройдемся мы сейчас с вами по сумочкам. Например, вот такой ярко-салатовый вариант 15,99. Небольшой рюкзачок 20,99 рублей. Розовый клатч 12,99. Идет он на цепочке. Он еще представлен и в таком черном варианте. Далее появились здесь вот такие розовые шоперы. 15,99. Черный рюкзачок, цена вообще 32,99. Рюкзачок очень такой огромный, я бы сказала, вместительный. Цена довольно-таки очень неплохая. Можно сказать, даже и соблазнительная. Вот такая серенькая сумочка на цепочке 12,99. Расцветка еще есть беж и также пудра. Серебряная сумочка на цепочке 25,99. Коричневый вариант 20,99 рублей. И вот такая небольшая желтенькая 23,99. Молочная дутая сумочка. Мне кажется, такие варианты отлично подходят на осень. Правда, я бы сказала, расцветка не совсем такая весенняя. Цена вообще 37,99 рублей. Это тоже очень бюджетно, потому что похожие сумочки я видела за 70 рублей. Далее, вот такие очень классные сумки. Мне они действительно нравятся. Отлично пойдут, мне кажется, на работу, спортзал. Черная и бежевая расцветка. 47,99 рублей. Так, еще у нас остались вот такие огромные сумочки. Черная, цена 42,99 рублей. Тоже такая вместительная, хорошо держит форму. Есть вот такая малышка, тоже она мне, кстати, понравилась из прошлого своего видеообзора. 42,99. Вот такая пляжная туника, представлена в черной, а также белой расцветке. 12,99 рублей. Снизу у нас идет такая замечательная бахрома. А еще здесь появились вот такие блестящие купальники, цена на них вообще 15,99. Расцветка есть вот такая розовая, я бы сказала, очень даже приятный такой розовый оттенок, и есть еще зеленый. В отделе обуви, естественно, появилась куча новинок, которые я не могу вам не показать. Например, вот такие летние босоножки, дутый вариант, цена 59,99. Далее вот такой белый вариант 49,99. Черный сейчас на очень приятной скидке 25,99. Вот такие босоножки стоят у нас 45,99, но я бы сказала, фасон как-то такой себе, на любителя. Черные босоножечки на небольшом устойчивом каблучке 45,99. Кстати, еще вот такие сандали, которые я показывала вам бежа, они еще имеются и в белой расцветке. Кстати, еще в продаже появились и лоферы. Цена на них 89,99.
А балетки можно приобрести всего лишь за 17,99. Пудра и черный цвет. Рассмотрим мы сейчас немного с вами спортивной обуви. Например, вот такие женские легкие кроссовочки 65,99. Кедики 32,99. Вот такой белый вариант также стоит 32,99. Черные кроссовочки 39,99. Насыщенно ярко-розовые такие кеды на высокой платформе 55,99. Бело-оранжевые кроссовочки 59,99. Так, и из новинок появились вот такие ботиночки 69,99. Следующая интересная находка — это вот такие кроссовки, но это уже осенний вариант явно. Единственное, что как будет носиться вот такой материал. Уже начинает немного так зашарпываться, появляются катушки. Не знаю, на камере это видно или нет. Цена 69,99. Высокие кроссовки 69,99. Смотрятся просто классно. Кстати, они очень даже мягенькие. Есть еще вот такой вот бело-розовый вариант. И еще одна симпатичная моделька спортивных кроссовочек 59,99. Возвращаемся мы с вами к отделу одежды. Женские джинсы 39,99. Цена действительно очень и очень хорошая. Вот такая прозрачная рубашка, блузка. Ткань у нас очень легкая, просвечивается, но я бы не сказала, что она будет дышать. Сверху у нас завязочки 29,99. Популярный женский кардиганчик 32,99. Белая рубашка стоит 29,99, ткань очень-очень мягенькая, приятная, и цена вполне себе адекватная. Кстати, хочу еще обратить ваше внимание, что в ассортименте магазина появились не только верхняя одежда, куртки и пальто, еще привезли немного и свитерочков. Цена вообще бюджетная, 25,99, вязка, плотная. Приятные, мягенькие, не колятся. А по расцветкам это синий. Фиолетовый цвет. Гольфик стоит 15,99. В сегодняшнем видеообзоре я решила пройтись немного и по мужскому ассортименту. Возможно, кому-то это будет очень полезно. Мужское поло. Расцветка прям супер-мега приятная. Такой мятный оттенок. 23,99. Это очень-очень хорошая цена. Далее вот такое мужское поло стоит у нас 15,99. Посмотрите. Очень-очень хорошая цена. Так, футболочка 11,99. Болотная 13,99. И вот такой синий вариант за 10,99. Вот такая футболочка стоит 19,99. И вот такой очень интересный стильный вариант 25,99. Следующая футболка, цена 16,99. Мужская рубашка с укороченным рукавом 23,99. Есть еще вот такой вариант, цена вообще 15,99. Итак, вот такая классная мужская кожаная куртка. Материал очень плотный. 79,99. Легкая такая демисезонная курточка 39,99. Я бы сказала, такой более спортивный вариант. За 29,99 представлен вот такой потрясающий мужской джемперочек. Он идет на флисике. И расцветка очень даже приятная. Так, еще здесь появились и мужские баечки. Баечки у нас тоже идут с начесиком. И посмотрите, цена вообще 32,99. Это прям находка. Есть еще вот такие варианты баечек, но цена на нее уже 59,99. По качеству, мне кажется, она вообще ничем не отличается. Еще очень хорошая находка в мужском отделе. Это вот такие курточки-бомберы 59,99.
смотрится очень даже стильно. Еще здесь появились и жилеточки 39,99. Это вот такие вот черные варианты. 129,99. Коричневый такой горчичный оттенок. Есть еще по джинсу. Так, по джинсу такая же цена. И вот такая курточка стоит 69,99, красная, а также синяя расцветка. Кстати, еще в детском отделе появились очень классные вязаные вот такие кардиганчики, посмотрите. 13,99 вот за такую прелесть. Наверное, быстренько мы сейчас еще с вами пройдемся, посмотрим. Итак, белая рубашка на девочку 7,99. Вот такая милейшая роза стоит уже 15,99. Посмотрите, набор маечек 6,99. За 6,99 вы приобретете две маечки. 9,99 уже вот такие наборы. Вот такой же наборчик стоит у нас 13,99. Детская баечка 19,99. Штанишки 11,99. Они такие тонюсенькие, но имеют небольшой утеплитель. Вот такая красота, мягенькая, прям такая пушистенькая немного рубашечка на мальчонку, 40 рублей. Красная, также зеленая расцветка. На девчонок появились вот такие классные штанишки, типа под джинсу. Цена вообще, посмотрите, 10,99. Вот за такую прелесть. Это вообще прям находка. Леггинсы 4,99. И набор стоящий из трех леггинсов 13,99. В садик прям самое то. Платьюшко легенькое 10,99. В ассортименте еще появились туники 16,99. Итак, меня очень сильно заинтересовали цены на джинсики. Черный вариант 16,99. 10,99. 10,99. Вот такой вариант 16,99. И 16,99. А еще посмотрите, какую прелесть я обнаружила. Это шубка на девочку. Ростовка 152. Цена 29,99. Она идет с капюшончиком. Очень мягенькая, прям такая. Ну, посмотрите, за 30 рублей. Разве это не находка? Конечно же, находка. Итак, что еще? Наверное, давайте посмотрим. Цена 32,99. Это вот такие жилеточки под леопард. И огромный появился ассортимент курточек, но, наверное, уже подробно на них останавливаться мы с вами не будем. Платьюшко 15,99. Ну и вот такие у нас были косухи. Цена, наверное, сейчас будет шок. 15,99. 15,99. Вот это 25,99. Черная 29,99. И вот такой, кстати, розовый вариант 24,99. Завершим мы наш обзор немного нижним бельем. Например, вот такой комплект детских трусиков, состоящий из трех штук, 11,99. Следующий набор 5 штук, вообще 16,99. И вот такой вариант 15,99. 3 штуки в комплекте. Набор носочков 5 пар 9,99. Вот такой набор стоит 6 рублей 49 копеек. Детские носочки на девочку 4,99. И вот такой вариант 6,99. Так, еще для мальчишек имеются вот такие комплекты трусиков 15,99. 22,99 это уже 5 штук. И вот такой тоже 15,99. Для мальчишек чуть-чуть помладше. Ростовка здесь 98-104. 5 штук в комплекте. И цена на него 15,99.